Четыре бесснежных ября, как черное королевство живем, полуобрачные королевственники с королевственницами. Свет электричественный золотой, он возвышается, как пирамида, над столом с алкоголем или без алкоголя, только сидели и никак ничего не могли выполнить из этой мглы. А снега и не должно быть, что вы, ни Грэда, Филиппа Фосс, сказал бы алхимик Юнг, и правильно, снег в ноябре, в декабре, как послабление, не обязателен. Когда уже будет белое, красное рождение непобедимого солнца, белокрасный Деда Мороз, наоборот, сто волос, цвет накровен, когда возложат на алтарь красные белые кровяные тельца, скорпиона заменит стрелец, а стрельца я в детстве был ребенком. 20 лет я был 20-летним, а сейчас я тот, кто идет по улице, натыкается глазами на вывеску «Отечественное охлажденное мясо». Я плохой на 99%, хороший на 101%, не здешняя полыхающая душа. Я тот, кто натыкается на отечественное охлажденное мясо. Я 44-ваттная лампочка в 44-градусной ватной мгле. Цепь независящих друг от друга молекул. Я полимеризировался от ужаса. Я тот, кто отечественное охлажденное мясо. Анкоку Буто. Было так. В полуденной полумгле или в ночной мгле вдруг задрожал дрожать, не стал представлять собой себя, что-либо о себе знать. Не донеся до рта еды, или не дошагнув единого шага, или где-нибудь на полуслове спохватился: «Ба, я же гол и бел, полупрозрачен, словно бумага, на которой никем не написано никаких слов. Кто сей, с чем отождествлен, где он, я где, я ствол какого-то дерева, бел и гол, пол обозначен, какие у меня были листья, имя, плоды, какой пол. Я в чуже, в полуметре, как головная боль после принятия 37 миллиграммов кодеина, как 37 маленьких капель в океане балакардина, как 37-летие и большая живая личность из Янины Вишневской, а мое сердечко вот оно». Что наша жизнь? Survival horror. Разработчики игры помещают играющего в переапокалиптический мир. Планета наша, если смотреть из космоса, поросла густой антрацитовой шерстью. Ходишь внизу по черным ужасным джунглям, ищешь чашу, не оскудевающую стаминой. Где же сокровищница? Где сердце твое? Причудливое ответвление сюжета, на ответвлении плод, внутри косточка. Сердце твое, вот оно где у тебя. На небесах солнце дерется с луной. Кто-то брату своему знак вонзил в означаемое. Сжимаемые кулаки показывают небесам наши сердца. Вот они. В альбомах бабочки пришпиленные отшпиливаются, реанимированы апокатастатическим электричеством. Никакой живой не выйдет отсюда мертвым. Люди, за что вы боитесь некоторых насекомых? Бабочка, красавица, кушайте, сердце мое вот оно. Когда он заболел. Схватит за горло аденовирусная инфекция. Стану зависимым от фарингосепта рабом лампы. Сооружу небольшой алтарь доктору Мом. Он же доктор Верде, мой Вергилий в изумрудном аду бронхиального бурелома. Горчишники, мои дорогие, таблетки и банки, четвероугольное окно на чернокирпичную улицу, дом 38, квартира 8, фрактально дробящийся орнамент трещин в потолке, дом 38,8 и дом 38,9. В этом тексте очень плохой фэн-шуй. Был еще орешек знаний тверд по телевизору. Будет еще кое-какая щепотка в лимфоузлах. Есть еще тетрациклин в тетрациклетницах.